Сегодня в доме Пашкова прошло общее собрание Российского исторического общества. По традиции его открыл председатель РИО Сергей Нарышкин. Основная тема встречи – столетие начала гражданской войны в России. Я глубоко убежден в том, что гражданская война – это худшее из того, что может случиться со страной и с обществом. Преодоление тяжелых травм, нанесенных гражданской войной, возможно лишь совместными усилиями общества и профессиональных ученых. Участники отметили необходимость взвешенного, нейтрального подхода к рассмотрению событий тех лет. Цитата. «Мы должны быть чуткими к противоречиям и не становиться безапелляционными ни на одну из сторон». Собравшиеся обсудили ход реализации мероприятий, посвященных столетию гражданской войны, как уже проведенных, так и запланированных.